Очень часто бывает такой момент, когда вы не можете попасть в ваш компьютер из-за того, что вы забыли свой пароль. Есть инструмент, который поможет решить нам эту проблему. Для этого нам понадобится USB-флешка со специальным дистрибутивом Password is incorrect. Что мы делаем? Мы выключаем наш компьютер, вставляем волшебную флешку, грузимся с нашей флешки и выбираем Password Removal, далее Lockpick, выбираем нашего пользователя, Reset Unlock и нажимаем OK. Password Reset Successfully. Нажимаем OK и выбираем нашего пользователя и нажимаем Login. Все, мы попали в наш рабочий стол, у нас теперь доступны наши файлы и никаких проблем нету для того, чтобы получить и скачать данные, которые нам нужны. Ну и установить новый пароль и не забыть его. Друзья, если вам нужна такая флешка, переходите по ссылке, там поэтапно, шаг за шагом, я рассказываю, как создать такой удобный и полезный инструмент.